Здравствуйте! Заниматься исправлением прикуса у ребенка можно в разном возрасте, но есть ситуации, которые не требуют отлагательств. К нам в клинику обратилась девочка 6 лет, у которой из-за нарушения прикуса был недостаточно виден объем верхней губы, и также сильно выступала нижняя губа и подбородок. В полости рта это выглядело вот таким вот образом, то есть нижние зубы все перекрывали верхнее, что категорически неправильно, должно быть наоборот. В процессе лечения мы использовали вот такой несъемный аппарат с крючками для ношения лицевой маски. И благодаря лечению у нас не только исправился прикус, но также исправился профиль, он стал более гармоничным. И в полости рта это выглядит вот так. Соотношение зубов достигла правильного порядка.